Обратите внимание на то, что футболисты Химика в традиционной своей форме зелено-черной, ну и также в традиционной форме в красной футболисты Мурома. Так вот, о результатах Мурома скажем чуть позже, но пока такая самая общая информация. Предыдущий сезон Муром завершил на 9-м месте в группе «Золото». Рядом как раз-таки зона, ну, будем называть ее зоной вылета. Базы и стадионы готовились, но вот этот стадион в итоге остался невостребованным. Опасно, и удар в сторону ворот в исполнении Игоря Бугаенко, нападающего. Пас вперед на Гераева опять. Гераев, вот смотрите, какой проход, и вот это лихое начало, 1-0 на 12-й минуте, Муром открывает счет. И Артем Котик, ну давайте посмотрим повтор. Артем Котик, 12-я минута. Некое подобие прессинга мы наблюдаем со стороны Химика. Но прессинг, честно говоря, не принес плоды. И как быстро Муром перешел в атаку. И как здорово он завершает эту атаку. Просто блестящий, между прочим. Это защитник Владислав Тепляков. Кто бы мог подумать, не были привычны, не были готовы вот к такому расписанию. Очередной подход Мурома к воротам хозяев. Гераев назад. Гераев хорош в подыгрыше. Да, может быть, он забивает не так много. Еще один шанс! Вы посмотрите! Вообще говоря, с крупным счетом Муром мог выигрывать к концу тайма. Химик в атаке. Вот он со свежими силами. Передача, и здорово играет Тайсон ногами. Без потери эти тройники, в общем, не пройти. Но прошли с наименьшими потерями. Вот они оказались наверху. Химик атакует и не забивает из, казалось бы, убойной позиции с линии вратарской. Опасно! И 1-1. Все-таки забивает Химик. И забивает усилиями Владимира Маркова. Вот смотрите, как в таких случаях говорят, угадал тренер с заменой. В прошлом сезоне играл во всех матчах. 1352 минуты провел, больше только у Сергиенко. Впрочем, это может быть обманчивое впечатление. Сутугин бьет! Ну, мяч откровенно летел мимо. На всякий случай Айсин прыгнул. Вот это опасно, может быть. Не надо требовать пенальти, сказал я. Тем не менее, арбитр показывает на точку. Вот это развязка. Мне поначалу показалось, что не было нарушения. Вот это развязка. 2-1. Сутугин становится автором этого мяча и, скорее всего, приносит победу Химику, волевую победу. Вы посмотрите, какая концовка, какая развязка могла быть. И еще один штрафной. Как неловко, как неуверенно сыграл Аникеев. И вот сейчас очень ответственный момент и очень большая ответственность на Алексе Мацукатове. И он забивает. 2-2. Ну что ж. Вряд ли до начала матча кто-то предполагал, что вот такой будет развязка. Удовлетворенный ничейным исходом Мацукатов. Вот теперь, наконец, свисток. Вот теперь, или это еще не все? Да, вот теперь все. Теперь все, 2-2.